райский уголок. Прям под открытым небом. Люди в шапках, а мы здесь отдыхаем. Всем вот такого же Нового года, друзья! И отличного настроения! Смотри, сюда заходи, мяско готовил у нас на завтрак, барашка. Ура, ура, ура! Смотри, барашка какая. Руслан, Руслан, держи. Ой, пока не скажешь. Сейчас будем мариновать лучком. Вот так. Потом на ютубе будут показывать, говорит, это чертеж вообще офигел. 15-килограммовый барашка завтра будет жариться. Видишь, вот такой вот этот надрезик небольшой, вообще красивый, красивый. Завтра вот так вот на ротик свой положишь, вот так. А, Рафаэлла, скажешь, говно! Вот это барашку мне дает. Лавашечек завернул так аккуратненько, говорит. Не то топаем, говорит, не что-то другое. Это вы, говорит, это вы русские агрессивные, говорит, мне говорят, вообще мирные миры. Вообще самый за мир. За мир во всем. Мир во всем, да. Ура. А есть хорошая песня, знаешь ее? Света, Вика, Вероника. Самаркандский плов будет, я знаю, он будет вкусным. Бухаем, бухаем. Не сомневайся, братан. Он пищит, мы пытались Виталия.
когда ты будешь это крутить, там слово можно сложить. Видишь, тут есть звук. Спасибо тебе большое за подарки, все детишки очень рады. Иди сюда, Сань. Иди сюда. Просто тебе здоровья, но хочешь, если хочешь, все живчи. Новый год! Еще день!
Новым годом! Все уйдет! Поздравляю! Все уйдет! Я тоже поздравляю все уйдет! Серёж, тебе дали подарок? Нет, я стих не знаю. Ура! Снегурочка, говорим спасибо. Давай. Давай, детеныш большой, идем сюда. Снегурочка из Америки, расскажи стишок и получишь 12-й айфон когда-нибудь от Деда Мороза. Давай. А я стишок. Вот она, вот она. Вот она, вот стишок. Я стишок большой. Бэнни спросили. А это спросили уже. Ну просто пожелай Снегурочке что-нибудь. Желаю Снегурочке, чтобы она оставалась всегда такой Снегурочкой, которая есть сейчас. Хватит, от души, давай, получай подарок. Спасибо. Снегурочка, оставайся всегда такой же добродушной.